Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю осматривать третий Tomb Raider, прототип от 5 октября 1998 года, пустыня Невада. Первый уровень в Неваде. Ну что ж, давай сравнивать. Убиваем двух птиц, змеюку. Заодно тоже. Тут еще ничего нету даже. Ну, бежим дальше. Посмотрим, насколько этот уровень будет отличаться. Так, ну тут ящик, да? Но его можно и не двигать сейчас, как оказалось. Залазим выше. Так, колючка-то есть уже? А как же? Есть колючка. Так, тут одна змея вместо двух. Тут еще в углу была третья, но даже ее нету. Так, ну что ж, залазим. Да, вот когда я буду в четвертую часть играть, вот там все практически уровни светлые будут. Практически. Большинство. Темные, конечно, тоже будут, но светлых очень много, потому что все будет в одном месте происходить, в Египте практически. Кроме первых двух уровней, которые Юнс Лара, где там вроде Камбоджа или что-то такое. Так, а зачем оно сделано так вот? Не, ну здесь мне явно ничего не сделают, поэтому лезем на это черное здание. Так, еще змея, да? Ага. Еще змеюка. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Так, а что там за проход такой? Дай-ка я гляну, что-то мне интересно стало. Что это там такое? Или я не гляну? Погоди, это же начало уровня, я же здесь начинал. А, ну я туда и шел. Фу. Точно. Вау, вау, вау. Спокойно, Лара. Да, при попытке упасть в болото Лара не погибает. В отличие. Так, тут надо до конца влево, да? А хрен там! Даже это не помогает. Ой, это что за невидимая платформа? И куда я попаду с нее? Интересно. Во! Удалось спуститься магическим образом. Конечно, аптечки тут никакой еще в помине нету. Так, мы прыгаем на скат. Не допрыгнули, к сожалению. Давай заново
Да что такое? Почему не получается? Да как так-то? Прыгаю по прямой. Не хватается. Не понял. Они же примерно на одном уровне. Платформа. Ну давай еще раз попробуем. Не, не хочет. Может тут снизу залезть можно? Не, нельзя. Снизу не залазит. Не хочет. Да чтоб такое. Никак не залазит. Надо сверху, значит, туда запрыгивать как-то. Получается. А где я сохранялся? А, я уже тут сохранился, да? Фигово. Там была какая-то треугольная. Не, ну если она оттуда не запрыгивает, то отсюда-то тем более. Ладно, давай сверху будем. Сейчас заново дойдем. А, ага, тут такой баг вот существует. Не, ну тут болото. Тут она сразу утопала. А, нет, не сразу. Есть даже возможность выбраться. Так, бежим отсюда. Не, я все-таки она. Я надеюсь, я смогу туда запрыгнуть. Мне надо осмотреть этот уровень. Ну вот снизу не получается. Да, я видел тут какую-то треугольную платформу невидимую. Может быть, с нее надо прыгать. Не зря же ее. А это треугольник у нас. Не, ну тут если прыгать, то только с разбегу. Без вариантов. Давай посмотрим, как примерно она выглядит. Похожа ли она вообще на треугольник? Никак не получается. Да что такое? Разбежаться не получается.
А вот тут вот, но тут я не могу залезть. Платформа явно изначально треугольная, может даже квадратная. Но дело в том, что вот эта скала мне мешается. Так я тоже не выживаю. Ладно, надо думать. Надо думать. Так мы не долетаем. Давай пробовать старый прием. Ай. Так, попробуем старый прием. Не, ну тут не так надо вставать. Явно. Вот так, наверное. Под углом 45 градусов или сколько? Не, ну это много я взял. Так не пойдет. Ну давай. Развернись тогда. Должно получиться. Он иногда получается. Это у меня прыжок. Ну-ка. Ну. Ну запрыгивай. Ну что, вообще застряло там. Интересно. А если с этой стороны попробовать? Кстати, а может тут можно так залезть? Дай-ка я попробую. Не, ну она не зацепилась сейчас у меня. Не, ну здесь она скатывается сразу. Бесполезно. На скат я этот прыгаю. Она даже не хватается. Так, ну с какого-то угла я должен туда попадать все-таки. Может быть отсюда? Не, не получается. Не хочет запрыгивать. Тут она вообще в бок ушла. градусов или сколько там. Нет, вот так она уходит в бок, так нельзя делать. Надо вот, ну-ка, давай с этой стороны попробуем.
Хотя с этой стороны. Вот она должна попадать туда наверх, но не попадает никак. А делаю все то точно как и надо делать. Что мешает, Лара? Она почему-то вот во время прыжка куда-то в бок уходит. Мне это не нравится. Давай еще раз попробуем, может быть, можно все-таки как-то допрыгнуть. Стоп, а здесь нельзя на руках вот перебраться? Вот так вот. Вот здесь же вроде можно стоять. Выглядит так, что можно стоять. Ну да. А, ну все тогда. Сохраняемся. Нашли выход. Способ. Прыгаем в колодец. И выплываем отсюда. Так, тут у нас сейчас лестница уже сделана. Да, как все и должно быть. Конечно, будет в релизе все не так, но... Ой. Как-то мы с треугольничка соскальзываем. Интересно. Как такое вообще возможно? Давай поближе подойдем. Да почему ты соскальзываешь? Прыгаю ровно. Не цепляется за треугольник. Интересно, девки пляшут. Вот. Берет и соскальзывает. Казалось бы, что мешает? Почему, Лара? Может быть, с разбегу надо? А все равно соскальзывает. Хоть с разбегу, хоть не с разбегу. Может быть, без хвата рук? Во! Е, получилось! Неужели? Ты кто? Ты где? А, птица. Так, ну, залезаем наверх. Что у нас тут? Тут ничего. О, а это что-то, что за цвета такие серые? Не помню такого. А, ну тут ничего не положили. Чё я сюда прыгаю-то? Зачем? Так, ну что ж. Прыгаем теперь на ту сторону. Сначала я обычно спускаюсь вниз. Потому что в релизе там типа секрета.
Такая вот пещера. Но тут я боюсь, нет никакого секрета. Я сделаю сейф. Если ничего нету, то не буду спрыгивать. Сейчас посмотрим. Не, ну тут что-то лежит, конечно. Патроны. И все, да? Видимо, да. Потом я прыгаю в воду. В воде тоже что-то обнаруживаю. Бывает. Неожиданно вдруг. Но в этом прототипе не факт, что что-то есть в воде вообще. Ничего не вижу. Не. Ничего не вижу. А с другой стороны... А тоже ничего нету. Короче. Ради этих гранат, патрон я не буду заново забираться. Пойдем дальше. Ну да, змеюки нету. Вообще многое не так. Так, а здесь как нам надо? Точно так же, да? Ну, вниз спускаться смысла мало. И туда пока идти тоже смысла мало. Пойдем сразу туда. Вперед. Так, ну вот с этой платформы прыгаем вперед. А вот отсюда можно сразу туда допрыгнуть. Только надо разбежаться. Вот так вот. Теперь прыгаем дальше. Разбегаемся. Прыгаем вперед на треугольник следующий. И прыгаем теперь вот на ту сторону. Отлично. Ну да, тут есть пещера, но я не знаю, есть ли там вообще что. Ну, посмотрим. А, нету тут еще ничего. Пустота вообще. Ладно, выползаем отсюда с тобой, Лара. Так, охранники на месте. Змеюку проглядел. Так, ну тут у нас шахта, сюда пока в принципе идти не надо. Лифта нету еще, все равно. О, а вот этих балок я не помню, кстати. Наверху. Ну да, их не было. Тут у нас пирамида по центру. Убиваем охранника. Один. Там вот где секретка, там ничего нету. Еще я, насколько я помню. Вот можно запрыгнуть наверх. Добраться до туда. Но там ничего. Ну тут была пещера с секретом когда-то. Будет. Но сейчас еще ничего нету. Ладно, лезем наверх. О, как тут сделали. Ничего себе. Отличается, я вам скажу. А как залазить-то на эту конструкцию? Схватились, наконец. Полезли наверх.
Так, пошли искать этот выключатель. Так, ну тут все вроде бы так же. Змеюка там есть, а вот тут змеюки слева не хватает. А тут не хватает, а рычага не хватает, да, вот тут был рычаг, была эта дверца. Типа заначка там. Но сейчас ничего нету. Так, здесь вот зато есть рычаг. Подышать. Тут дверь тремя рычагами открывалась, помнится. Вот тут был второй. И сейчас в тоннеле будет третий. Да, вот оно. Не знаю, пройдется ли этот уровень до конца, но этот-то, наверное, пройдется. Опа! А где еще рычаг? Ничего себе! Или тот уже за время было? Не понял. Тут же не 4 рычага. Я не понял. А в чем прикол? Тут ничего не вижу. Здесь тоже нет ничего. Вроде как. Давай еще раз вот этот дернем. Ну, она обычно открывалась за 3 рычага, это решетка. Может, тут еще где-то рычаг должен быть, который я не видел раньше. А, нет, этот рычаг... А, решетка за 2 рычага-то открывалась дальняя. Интересно. Правда, интересно. Этот рычаг открывал вот эту решетку, значит. Давай искать, Лара. Что за фигня такая? Может, она изначально была открыта, а я ее наоборот закрыл. Вот сейчас она закрыта. Закрыта. А если я этот рычаг дерну, она откроется? Хрена она не открывается. А почему? Давай загрузимся заново, попробуем. Может, там где-то еще рычаг есть? Интересно. Не, ну тут я ничего не вижу. Ничего. Может, все-таки в воде был еще рычаг? Интересно. Ну вот вода. Ага, птица прилетела. Ясная. Но туда мне вряд ли стоит идти. Потому что течение, да? Ага. Выносит меня. Это плохая идея.
тут рычага я не вижу. Здесь нету. Здесь тоже. Но это пока закрыта штука. Давай еще раз попробуем. Этот рычаг отвечает за одну решетку. Может, не надо вот эти рычаги сжать? Или один из них только? Так, ну сейчас решетка закрыта. Очевидно. Очевидно это. Один рычаг вряд ли что-то решит. Давай наоборот, попробуем вот этот нажать. Может, тут еще третий есть где-нибудь сзади. Или сбоку. Но я не видел. Но она закрыта. Она должна открываться двумя рычагами. Почему она не открывается, я не знаю. Вот, не открывается. Хм. Очень интересно. Может, где-то тут третий рычаг заныкан. Я его не вижу. В том-то дело, что нету третьего. Давай заново попробуем. Раз. Два. Три. Может, надо быстро это все вот эти три рычага дернуть. Нет, все равно эта решетка тупая, не открывается. Какой-то баг. И как мы тогда пройдем это, без понятия. Или тут еще есть рычаг где-то? Смотри получше, Лара. Не вижу. Вот туда мне надо попасть, по идее.
Ну как я туда попаду вообще? Бесполезно. Какие мы еще варианты не испробовали? Может там последовательность рычагов? Может тут надо сперва вот дальний, потом ближний дернуть, а потом решетка откроется. Может такая хрень быть? В этой игре все что угодно может быть. Может вот это первый, потом надо обязательно тот дернуть. И типа решетка откроется. Ну-ка. Вот я сейчас охренею, если оно так. Ну-ка. Не, она все равно не открывается. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Че, все, Лара? Не можем мы дальше пройти по этому уровню. Ну а что делать? Что я могу тут сделать? Баг какой-то. В этой версии пустыни Невады. Не открывается. Ну, ладно, в принципе, давайте тогда будем заканчивать. Давай еще что-нибудь попробуем раз. Ну, не вижу, что можно придумать. Даже не вижу. Если не дергать рычаги, решетка по-любому закрыта. Может, тут два раза нажать надо. Да не, баг какой-то. Короче, благодарю всех за внимание. Всем удачи. Услышимся в следующей серии. Всем пока.